Привет, мои хорошие! Хочу вам показать немножечко фаленопсисов интересных, которые привезли на Фудсити. Все орхидейки GMP-шные, польские. Много привезли красоток. Получается, они по 1500. Помните, как их все хотели? Как я хотела. Нет, у меня же был, ну как я расстроилась, когда погиб. А потом я еще полила, и детка погибла. Сейчас я вспышку отключу. А все равно светит. Сейчас я вам покажу. Корни. У всех на самом деле хорошие корни, но вот со стволами они все, абсолютно все, получается, теряют листья. Ну, окей, да, если вот так подумать, там один больной, ну два, ну 10 больных, но не все, огромный завоз пришел. Это не болезнь, это такой вот, ну такой сорт, он слабый сорт, с ним, ну точно не поиграешь. Ствол у них очень большой, длинный. Я себе купила. Как бы, ну как? Листья вот такие ушки. Вы у меня многие спрашиваете, покажи, что у тебя есть. Ну, есть. Что-то покупаю новенькое, что-то гибнет. Падеж, конечно, зимой у меня достаточно такой ощутимый. Но и плюс, почему у меня нет времени, мои хорошие, не нужно обижаться. У меня реально, я встаю в 6:30 утра. Я вам, можно я вам пожалуюсь чуть-чуть? 6:30 утра, хотя раньше я вставала. Много лет, в 10-11 утра. Мы бежим в школу, мы не идем, мы бежим. Прихожу на работу. Потом еду в школу за ним. Очень много, прошу прощения, очень много дел. Поэтому не до цветочков мне домашних. Ну, кто-то... Даже представляете, психопсис у меня цвел на 2 цветочка. Ну, один открылся, потом второй. Я даже не сфотографировала. Я даже с верхней полки его не сняла и не сфотографировала. Даже поближе рассмотреть самой нет. Ну, это жизнь. В Москве бежишь, бежишь, спешишь. Вот такой красавчик. У него большой диаметр цветочка. Одноствольный 900. Вот такой. Вот такой очень красивый, очень. Он весь переливается. Вот этот. Мне понравился, красавец. Темно такой розовый, темно-персиково-розовый. Но он темный. Вот корневая. А название... Вот нет у них названий. Тестовые, все тестовые. А вот красавчик. Равелочка. Ой, сколько гроздев, бутончиков. Так. Ну, белый, классика. Самый красивый белый. Вот такой красавец. Звездочка. Ну-ка, как тебя зовут? Пиарлион. Вот корешки. И глиб. Большой диаметр цветочка. 10 сантиметров. Тоже тестовый. Буковка Т. Так, ну вот там вот стоят, которые
прошлый раз показывала, не буду показывать. Еще такая вот каменная роза пришла. Мутантик. Ну, я вот вижу, ну, Magic Art и чуть-чуть каменные розочки. Видите, как прикольно, корешок какой растущий. Хороший. Это, бывает, мэджики приходится слабый корневой подростки. А у этого хорошая корневая и ствол такой крепкий. И второй цветонос тоже. Весна, весна. Ну, у меня весна. Скорее бы лето. Вот красивый очень. С защипчиками. Ну так, чуть-чуть, но есть. Прожилочка такая. Так. Этот мне понравился букет. Вот этот красавец. Но у него небольшой диаметр цветочка. Но он такой ярко насыщенный. Так, сказала, одноствольный 900, двухствольный 1200, темный бегли 1500. Ну, пока он, пока вот новый только вот пришел, поэтому потом будет, естественно, цена падать. А, вот это, а, я это показала? Да, с двумя цветоносиками. Если бы эти бутоны еще раскрывались, вообще супер. Ну, у кого-то раскрывается, у меня очень редко. А, да, да, девочки, мальчики, дикий кот, как вы и говорили, верю. Сильный сорт. Доращивает бутоны. Удивительно. Вот такой. Вот этот красивый. Не все красивые, все. Мне очень интересно, вот у меня у одной... Ой, сейчас упаду. У меня у одной падеж фаленопсисов. То бишь погибают, желтеют листья и погибают. А, я имею в виду именно домашние, давным-давно адаптированные, которым вот моим 3-4 года. Все супер было, потом фигак желтеет. Желтеют листья. И все. Ну, у меня под лампами, у меня... Наверное, мало. Я уже грешу на воду, на все на свете. Но свет есть. Полив очень редко. Где-то, наверное, раз в 3 недели. Ну, не сильно упадешь, но он есть. Очень жалко мне моих старичков. Так хотелось их. У меня же старички все из уценок. Я их выхаживала, я любила их. Да, вот тогда, самое первое время, это очень интересно. Так. Здесь беглипчик. О, красавца хочу показать. Смотрите, какой. А, в Инстаграме я ссылку оставляю всегда под роликом. В Инстаграме можете посмотреть. Я там с линейкой его измеряю. У него диаметр цветка. Как он? Где-то вот так вот. Больше. С ладошку, где мой палец? С ладошку. Там 14 сантиметров. У него диаметр цветка 14 сантиметров. Вообще просто бомба. Видите, какой рисунок? Я такой еще не видела у GMP. Новинка, и он под цифрами, под буковками. Вообще шикарный. Монстр. Так, беглипчик беленький. Это темненькие беглипчики. Вот, видите? Тоже красавец. Magic Art, какой прикольный боковое ответвление.
стороне. Стул. Монстрик. Гигант. Еще были расцветки. 4 других расцветки. Классные. Мы их уже забрали. Мутантики были размазанные. Мелоди. Букет. И вот такой вот большой диаметр розовый биглип. Нежно-розовый с белым. Венозный. Ой, у меня батарея садится. Так, сейчас отключится. Вот этот красавец, девочки. Просто. Вот бирка. GMP. Так, а что у меня есть? Мы сейчас... Сейчас я посмотрю. Зажигалка у меня есть. С зажигалкой можно сравнить. Так, у меня есть огромная зажигалка. Вот, сейчас сравним. Вот у меня есть огромная и стандартная. Да? Стандартная. Ой, высоко стоять неудобно. Ну вот так. Большой. Все, мои хорошие. Цена сказала. Всем пока. До скорых встреч.